Здравствуйте, ребята. Сегодня я вам скажу, Игра называется на Total War Arena. Вот, как видите, вот такая вот игра. Сама она является как стратегией. Да, изначально при установке игры компьютер предлагает поставить ваши настройки видео изображения. У нас они стоят, как я помню, на максимум. То есть графика, да, ультра даже. Вставляется все. Расширение, клавиатура, камера, интерфейс. Давайте понимаем, что я тогда посмотрел. Камера синий, синенько. Очень по-складски. Прощает пересечение для отрядов. Для отрядов. Вот, как видите, каждому удается 3 отряда. Это изначально, как я понял. Назначение отрядов, каждого отряда можно менять. То есть, вот, 3 отряда. Мечники! Мечники и тироны. Это типа лучника, наверное. Что-то такое. Вот у каждого, видите, растет уровень. Но уровень можно поднять только при случае, если ваш капитан, командир, я служу империи, будет тоже там второго или третьего. То есть тут, как видите, есть тоже есть премиум аккаунт. Имеется золото, серебро, новая валюта, ну и опыт. Также есть, имеется исследование, ветка исследований, 10 уровней. Также 4 фракции, это Рим, Карфаген, варвары и Греция. Что у нас еще есть? Шеи битвы, поиск. Избранница Артемиды. Да, у каждой фракции есть свой герой. Избранный командир. Александр Македонский. Вена тут. Армин. Считаю, что я этого не видел. Что ж, имя Александр. Давайте, я уже сделал пару битв. Александр Македонский. Так, и есть некоторые потери. Если попробую эти потери заместить. Как? Понял.
Как возместить потери? Мечники! Ну что ж, будем искать. Германик, консул Рима. Мечники! Так, шматье, которое у нас одето. Так, не поможет те еще. Жом, начинает уника, да? Геть просто. Ну как нам это? А, о! Поздравляем, теперь вы можете приобрести вспомогательные средства для отрядов этого уровня и выше. Вспомогательные средства могут дать преимущество вашим отрядам на одну битву. Щелкните по иконке плюс, чтобы посмотреть вспомогательные средства, доступные выбранному отряду. Вот он, что тут есть. Это у нас плюс 3 защиты в ближнем бою. Когда доспехи это все, что определяет воина к смерти, хочется, чтобы они были сделаны на совесть. Плюс 6 к доспехам. Я бы взял бы входную баррикаду, Все-таки промежуток времени. Время установлено 29 секунд. Здоровье. Танец применим 15 метров. Не может быть использовано, если отряд недавно атаковал в ближнем бою. Ну, честно говоря, я бы взял бы первых 3. Четвертую, может быть, тоже взял бы. Но мы пока сейчас возьмем доспехи. Смоток, смотки лучше делать. Не кажется ли они все на одно лицо? Клоны. И пробирать. А как бы нам недостаточно опыта. Ну ладно. Мечники! Мечники! Дюмни они какие-то. Честно. Тоже это видите, да? Вон они какие-то. Как у шахтеров. Ну, ладно, давайте сделаем первый бой. Вперед! К победе! Вот, видите, имеются подсказки у него. Да, кстати, сразу скажу, что бой происходит 10 на 10. 10 союзников, 10 противников. Дается вот такая вот примерно карта. И нужно проявить все умения, тактики и логистики, чтобы победить. Ну, это для любителей тактических боев. Не каждому, да. Не каждому нравится такой картон. Кому-то нравится экшен. Полный море крови. Ну, мне нравится и такое. Иногда хочется отдохнуть, посидеть, подумать, куда не спеша. Ну, единственное, что мне кажется, не хватает какой-то графики, качества графики.
чтобы... На данной карте из три области. Город Салерн на юге, поля и виноградники в центре. Лесистые холмы на севере. Подсказки. Через город лежит основной путь к базе противника. Там можно укрыться от снарядов, материальных, питательных орудий и быстро передвигаться, оставаясь незамеченным. Захватите центральную сторожевую башню, чтобы обнаружить отряды противников в высокой траве в ближайшем лесу. Размер этой карты может помешать вам быстро, ну, короче, башню. Вот, как видите, 10 на 10, да? 2, 4, 6, 8, 10, да? И 10 противников. То есть, есть два варианта победы. Уничтожить всех или захватить точку. Наша карта. Какая-то башня. Лазиком обозначено, да? А вот противник, и у них тоже такая башня. Давайте мы сразу возьмем башню, даже так точку поставим. Ну а потом уже захватить вражескую базу. Мечники! Пехота пошла. Ну что-то не хватает графики, какое-то качество изображения. Отображение. Мне нравится, что каждый солдатик обведен. То есть нет такого реалистичного. Нету такой реалистичности. Враг пролил первую кровь! О, кто-то кровушку пустил. Окружение. Лучники стоят. Лучники бегут. Сейчас мы это слушаем. И пойдем. Ну, куда баллисты где-то? Вот что. Это бесполезно. Как видите, справа внизу имеется карта, с помощью которой можно следить за битвой. Кто-то бежит. Стоит. Ну, пойдем глянем, что там на базе. Смотрю, что делает. Это ты тут. Натиск пехоты! Это был использован натиск тяжелой пехоты. Как кратковременный мощный натиск, все отряды противника на его пути получат урон и могут быть подброшены в воздух. Огонь. Бегом!
оставит наши клинки! Что? Живо! Сейчас кому-то будет очень. Никого не щадить! Ребята, ну, цель, понятно? Так вообще коммуникатор. Нафига он один туда полез? Ой. О, красиво, как. Сбился. Сбили всех. Вырезайте их! Хотя насчет крови экшена горячился, тут тоже. Вот так. Вот не нравится. Обидно. Все, и видно, что тут. Покончим с ними! Разорвите их! Покончим с ними! Вражеский полководец сражен! Что же делать? Мы пошли в последний бат. Победа! И все, так, победа. Скажи, что же нам еще до захвата точки. Так, сейчас посмотрим, как тут с отрядами, как их создавать. Может, группу можно. Может, создавать какую-то что-нибудь. Посмотрим более тонкие настройки. О, ну и как раз для чего его получили. Чё? Нифига. Мечники! Мы их улучшили. Ну блин, дорого. 550 золота. Красиво, конечно. Но поедемте. Так, ладно, смотрим дальше. Что у нас тут? Молодцы.
Это игровой профиль, где проведена статистика всех сыгранных битв. Также показаны отряды, полководцы, достижения и агномены. Такую, которую можно выбирать для отображения возле имени игрока. Можете посмотреть ваш профиль, чтобы оценить успехи, решить, какие достижения вы хотите заработать в ближайшем будущем. О, а чё? О, это уровень, который... Победность убийства в среднем. Свободу. Вот. И то 4 битвы мы сделали. А чё 2? О, 3. 5. Да, да. Что-то. Победить 1000 битв играет за Ганимба. О, как. Что, сломать еще ничего, естественно. Нет, так нет. Будут. Так, ладно, смотрим дальше. Общение. Это у нас. Это друзья, да? Идти. Все. Комиссия что-то. На комиссии можете организовывать закрытые битвы против друзей и сами выбирать условия, например, карту или время на битву. Кроме того, можете начать с неполным составом. Правило 10 на 10 для избранных карьер. Мечники! Так, сразу. 5000. Что еще? Германик, консул Рима. Следование. Ну, в принципе, насколько закрыта игрушка на бета-тестирование. Имя мне Германик. Поэтому тут быстрее всего, что многого еще просто нету. 50. 50 аккаунт. В принципе, вот. Вот такая вот фигня. Ребята, кому нравятся такие вот эпические битвы. Да, кстати, хотел забыть сказать, что тут есть игра против и игра против реальных соперников. Ну, у меня время раннее, поэтому я против игроков ставил, чтобы не ждать долго. Так. Мечники! В принципе, вот такая вот ромашка, кому нравятся игры стратегического плана. Добро пожаловать. Игры от Wargaming вас немного потешат. Ну, красиво, конечно, но все равно все хватает. Вот так. Всем спасибо. Оставайтесь с нами. Удачной игры. До свидания.